Всем привет, дорогие друзья! С вами Александр и Залим. Приветствую всех! И мы с Залимом решили рассказать о двух колясочках, которые мы считаем очень популярными. Эти колясочки обе очень благородных кровей. Они очень похожи друг на друга и в техническом плане, и в комплектации, и даже в цене они очень близки. Кстати, ссылки на них будут в описании после обзора. Зайдите, посмотрите. С моей стороны, я вам буду сегодня показывать ABC Design Avus или Avus. Avus, по-моему, правильное название. А ты? Oyster Zero Gravity. Это коляска производства Великобритания. Соответственно, я про данную модель вам расскажу. ABC Design – это немецкая колясочка. Как вы видите, это колясочки всесезонки, прогулочные коляски, которые можно, в принципе, брать с собой даже в отпуск. Единственное, вручную кладь их нельзя будет взять. А в остальном вас она точно ни одна, ни другая не расстроит в этом отношении. Смотрите, я в двух словах технические характеристики назову, Залим тоже назовет. И потом мы их сверху вниз пойдем сравнивать. Производитель дает гарантию 2 года. Это достаточно большой срок гарантии производитель дает. Вес колясочки адекватный, абсолютно, я считаю. Это 9,5 килограмм. Спинка регулируется в диапазоне от 120 до 165 градусов. Колясочка предназначена для ребеночка с 3 месяцев до 22 килограмм роста ребенка. Возраст не называю, здесь вот важен именно вес ребеночка. Колясочка имеет ширину колесной базы 55 сантиметров, то бишь вы везде проедете, в любых рядах, в любой лифт, с этим проблем не будет. И комплектацию сразу вам назову. В комплекте производитель вам даст дождевик и накидку на ножки. А что с Oyster'ом? Компания Oyster на свою коляску дает гарантию 1 год и весит 8,7 килограмм. Угол наклона спинки регулируется, во-первых, ремешком, во-вторых, в диапазоне от 120 до 170 градусов. Рассчитана данная коляска также с 3 месяцев и до 22 килограмм, то есть это до примерно 4-5 лет возраста ребенка. Ширина, максимальная ширина то по колесам здесь составляет 58 сантиметров, что тоже вписывается в дверные проемы. Ну, и комплектация здесь схожая с ABC Design. Здесь накидка на ножки и оригинальный дождевик будет в комплекте. Так, с этим разобрались, друзья. Соответственно, теперь идем сверху вниз изучать. И я сначала расскажу о ручке, потому что ручка – это то, за что мы все время держимся, и она должна быть удобной. В случае с ABC дизайном мне что нравится? Во-первых, очень редко увидишь, где серая, такая светлая эко-кожа. Вот дизайнерское решение мне очень нравится. Очень хорошая, красивая прострочка во всем диапазоне, в ромбике. Мне тоже нравится. Достаточно толстая, приятный охват имеет, и есть возможность регулировки в очень большом диапазоне. В принципе, здесь с этим вообще проблем нет. А что? Я добавил бы, что цвет ручки будет меняться в зависимости от расцветки коляски, которую вы выберете. Да. Да. У Oyster ручка такой, даже эффект такой прорезиненный, очень плотная эко-кожа получается, с хорошей качественной прострочкой. Здесь ручка в фиксированном положении, не регулируется, в одном положении будет. И тоже такая толстенькая достаточно. Да, хват толстый, хват приятный. Прям, да, классный такой там. Так, теперь давайте смотреть козырьки. Вот сейчас у меня в ABC дизайне козырек выдвинут максимально, но есть опция с помощью замочка открывается еще одна достаточно большая секция, такая же размером, как и остальные. И есть смотровое окошечко с москиточкой сверху. Вот, собственно, и все. Что да, у Oyster две секции в штате получается, и спрятанная одна дополнительная секция, которая закрыта также на молнии. Раскрываем, и очень глубоко закрывается ребенок. При этом отметил бы, что вот такой свес защиты от солнца имеется, и его можно спрятать при желании, либо вытянуть. И в самой крайней секции вся секция отгибается, и здесь сеточка. Улучшают характеристики вентиляции, и ребенка очень хорошо видно.
Еще хочу добавить, что у Oyster, что и MBC дизайна, есть защита от ультрафиолета по стандарту OPF 50+. Да. Поэтому, чтобы мы не забыли, вот эта информация. Так, давай сейчас с тобой посмотрим на задние стеночки и на ту самую разницу в регулировке. Как это происходит здесь и в Oyster. В ABC Design у нас, чтобы регулировать, всего лишь вот такой рычажочек. Оттягиваем и, соответственно, опускаем. Здесь у нас диапазон состоит, по сути, в двух минимальных и в одном среднем положении. Да. Что в Oyster? В Oyster спинка регулируется ремешком. Регулировка осуществляется очень легко. Зажимается кнопка и опускаем до нужного угла. А чтобы поднять, вытягиваем ремешочек наверх. Способ регулировки осуществляется одной рукой, осуществляется очень плавно, не тяжело. В опущенном положении у нас есть возможность воспользоваться кармашком, который находится в тыльной части коляски. Угу. Сразу покажи, как можно откинуть, чтобы проветрить. Здесь вся секция снимается, здесь сквозное будет отверстие, когда открываем. И в ABC Design абсолютно аналогичная ситуация. В общем, как я и говорил, колясочки очень близки по характеристикам. И теперь давайте посмотрим на сиденье и поговорим немножечко о безопасности этих колясок. Всегда подмечаю тот момент, когда спинка у коляски выполнена очень высокой, потому что бывают дети реально высокие, и чтобы они там не упирались своей головой, им хватало спинки. В ABC дизайне здесь с этим все очень-очень хорошо. Она наполнена, что спинка, что сиденье, достаточно таким толстеньким матрасиком, поэтому при долгой прогулке ребенок будет нормально себя чувствовать. Вот. Что касается безопасности, все классические, пятиточные ремни, мягкие накладки есть везде, и на паховой зоне, и на плечевой. Естественно, есть возможность регулировки ремешков по высоте. И что касается бампера, кнопочка у нас, вот она. Его можно откинуть как калиточка, чтобы легко было посадить ребеночка, и бампер вам не мешал. И бампер сам выполнен в той же эко-коже, как и непосредственно сама ручка колясочки. И подножечка у нас вот регулируется с помощью одной вот кнопочки в одном положении. Что в Oyster? В Oyster в плане безопасности отметил бы, что тоже используются пятиточные ремни с мягкими накладками на плечевой зоне и в паховой области. Плечевая зона по высоте регулируется в трех положениях. Материал используется очень мягкий и при этом очень плотный. Приятный, очень тактильный материал и обивки здесь используются. Бампер из такого же также материала, как и ручка, выполнена. Отметил бы, что расстояние от спинки до бампера очень большое, в отличие, опять-таки, от ABC дизайна. Сильно больше, да. Да. И удобно откидывается калиточкой. Можно с одной либо с другой стороны откинуть для удобства посадки и высадки ребенка. Подножка также регулируется в двух положениях. В опущенном положении у нас остается удобная полочка. Поднимается вот в ровное положение. Опускается двумя руками. Надо зажать с двух сторон кнопочку и опускаем подножку. Угу. Так, давай теперь сравним вот эти самые 120 и 165 градусов наклона спинки. Вот я, получается, максимально опускаю. Давай сравним, как это приблизительно у них выглядит. Там какие показатели? Здесь до 170 градусов раскладывается. Ну да, 165. Их очень тяжело глазами увидеть, эти 5 градусов, но все же они заметны. Да, немножечко больше раскладывается Oyster, но очень незначительно. С раннего возраста, то есть с 3 месяцев, можно использовать и одну, и другую коляску. Абсолютно. Так, теперь давай с тобой посмотрим на основание, на рамы. Я всегда у всех колясок люблю рамы потискать, понажимать на излом. Что в одной, что в другой, вот Зали мне не даст соврать. Сборка у колясочек очень классные, они очень хорошо собраны, и они ощущаются такими сбитыми, цельными конструкциями. Вот. И что касается
колес. Колеса, насколько я помню, полиуретановые. Да, в одной и в другой коляске полиуретан используется для колес. Ага, вот. И хочу сразу, пока вот внизу нахожусь, подметить, про багажник рассказать, потому что багажник здесь очень хороший. Для меня важно, чтобы багажник был полноценный. И в ABC Design с очень хорошим доступом. Он глубокий, с высокими бортиками, выполнен из толстенного материала. Он не будет рваться и тому подобное. С этим проблем нет. В общем, багажник окей. И клиренс, кстати, хороший. И давайте сразу тормоз. Тормоз у нас здесь получается, кнопочка нажали. И здесь маленькая незаметная еще кнопочка, которую тоже нажимаем и разблокируем тормоз. Оба раза все происходит сверху. Это классно. Вот. А что в Войстере? В Войстере тоже вполне просторный багажничек используется, который имеет такие в меру жесткие такие подкладочки, чтобы провисание было небольшим. Отмечу также, что спереди багажника имеется секция с сеточкой, чтобы что-то небольшое, если положите, чтобы по багажнику не каталось. Также отмечу, тормоз здесь нажимается, чтобы поставить, чтобы снять. Сверху тоже можно отжать, но сверху педалька, она поменьше, менее удобно выполнена. И, соответственно, тоже нажимаем и снимаем. Ну, ногой это легко сделать, да. Ногой, да, это проблема. Да. Так, давай теперь сравним амортизации, что спереди, что сзади, посмотрим, потому что у них у обеих есть эта опция. Тут у нас прям неплохой ход. Супер. Вполне мягкие амортизаторы сзади. Да, спереди. Но здесь такой достаточно упругий передок. Вот, здесь у Ойстера очень-очень мягкие амортизаторы и спереди. Ну, да, прям ощутимо. И ход глубже. Но на дороге они ощущаются приблизительно одинаковыми, как по мне. Так, а теперь давай, что мы ничего не забыли вроде, все показали, теперь мы вам хотим показать, как они складываются. Давай с Ойстера начнем, потому что там интересно выполнена система. Да, для того, чтобы сложить данную коляску, мы сначала отжимаем красную кнопочку снизу и нажимаем две педальки на основании задних колес, одну и вторую, и у нас колясочка сама складывается. Вот таким вот образом. И ABC Design, нету педалек. Здесь все выполнено под такой вот крышечкой, под ребеночком. Здесь есть ручка и две кнопочки. Соответственно, нажимаем вот здесь вот две кнопочки, рычажочки, наверное, оттягиваем и, собственно, поднимаем. И она вот так вот автоматически складывается. И в сложенном виде можно их поставить. Для этого у ABC Design на бампере есть прорезиненная такая накладочка. А в Ойстере я, честно, не помню. Есть такое дело? В Ойстере нет, накладочек нету. И коляска в сложенном виде, ну, можно поставить, но если при условии, что коляска такая до конца не разложена, получается. Но не так уверенно стоит, как хотелось бы. Ну, в принципе, на бок можно всегда поставить. Не из-за этого критерия выбираются коляски, поэтому все окей. Вот. В принципе, тебе что добавить? Мы по все рассказали. Да, коляски можно резюмировать, да. Да, мое коротенькое мнение. Я, если честно, обе люблю колясочки, мне они обе нравятся. Но, вы видите, я рассказываю про ABC Design. Мне она немножечко дизайном больше нравится. Технически, я, честно говоря, какого-то фаворита здесь выделить не могу. Вот, я здесь именно глазами только вот отличие для себя лично подчеркну. Мне вот нравится сочетание здесь эко-кожи. Вот в этой расцветке она такая, ну, как Залим говорил, в другом цвете она может быть другой. В остальном же, в принципе, очень все близко и все нормально. Ты что думаешь? Коляски действительно очень сравнимы. Сложно вам посоветовать одну из них. Посоветую все-таки приехать вживую, посмотреть и выбрать самостоятельно, потому что все-таки отличия в нюансах, которые, может быть, для вас будут важны. Коляски, общая черта, какая этих колясок? Эти коляски являются полноценными всесезонными колясками, которые очень легкие и за счет компактности в сложном виде
удобно и путешествовать с этими колясками. То есть коляска на каждый день, которую можно с собой легко брать и в отдых, или в путешествие. Угу. Собственно, и все. Вот наше мнение, друзья. Выбор, естественно, за вами. Мы лишь хотим пожелать сделать хороший, грамотный выбор колясочки для вашего ребенка. И удачи на дорогах. До свидания. Всего хорошего вам.